расстраивал велосипед, он тут же упал. Фонарик раскрасили. Ну, в общем, тут в этот момент, когда тут раскрашивают все это, тут 3 дня весело, музыканты играют. Я в этот раз, правда, не снимал, я был после ковида, болел в июне, ослабший был. А в прошлом году снимал там, было хорошо, интересно. Ну, в прошлом году я потом повесил это на своем сайте, YouTube. Ну, я ничего не говорил. В принципе, сейчас я понял, что лучше что-то говорить. Как-то живее получается. Меня один мой друг, режиссер, сказал, что хорошие эти маленькие видео. Продолжай. Ну вот, так как он профессионал в этом деле, я решил, раз он одобрил. Ну, конечно, не только он одобрил. Ну вот дальше. Вот. Что это значит, непонятно. Тут вообще белое. Так, каждый художник хочет одобрения, любви, денег, славы. Это мы как дети. Хвалить, чтобы его похвалили, сказали, ты гений. Вот как много, видите, как сколько. Ну, тут и дети даже раскрашиваются со своими родителями. А краску тут они и выдают даже. Не знаю, надо отдельно платить или не надо отдельно платить. В общем, краску выдают. Ну, как видите, тут ничего такого политического нет.